По этическим соображениям показать эти фотографии в натуральном виде мы не можем. Зрелище, мягко говоря, не для слабонервных. На одной из них улыбающаяся девушка держит в руках человеческую селезенку. На другой сильно травмированная женская рука. Пользователи тут же начали оставлять свои комментарии. Весело у вас там. Еще как, вон ночами не спим. Кстати, этой девушке 16 лет, прыгнула с 8-го этажа. Жесть, как она сейчас? В тяжелом состоянии, перелом ребер, ног, травма головы, разрыв селезенки. Далее автор фото объясняет, что у пациентки психиатрический диагноз. Оба снимка появились накануне в социальной сети Инстаграм, где пользователи делятся своими фотографиями. Один из возмущенных казанцев прислал их в редакцию нашей программы. Это меня очень возмутило, потому что, ну, не дай бог попасть к этим врачам вообще на прием. Если они работают, они должны работать, а не фотографировать, правильно? Органы человеческие. Во-вторых, это даже некрасиво, и все-таки, наверное, нарушена врачебная этика. И в комментариях к своим фотографиям она тоже писала, что типа, что люди возмущаются, мне это нравится, это красиво и так далее. Реакция интернет-сообщества не заставила себя ждать. Пользователи оставляли под фотографиями гневные комментарии. Когда их набралось приличное количество, автор удалила спорные снимки. Как удалось выяснить, девушка – студентка медицинского колледжа. Поначалу администрация учебного заведения была уверена в том, что ее попросту подставили, пока не дозвонились до нее самой. Скажи, ты вот фотографии с органами и так далее выкладывала в социальную сеть? Выкладывала. Как оказалось, девушка подрабатывает санитаркой в травмоцентре РКБ. Во время той операции у пациентки удалили селезенку. Орган отдали санитарке, чтобы та отнесла его к патологоанатомам. Но перед тем, как отдать селезенку, девушка решила с ней сфотографироваться. Зачем? С какой целью ты это делаешь? Что за свое развитие? Но этот личный сайт просматривается другими. Спокойствие, с которым студентка отвечала на вопросы, повергло в шок окружающих. По словам директора медколледжа, для начала с нее возьмут объяснительную. А с этой девочкой дальше будет психиатрическое свидетельство, может быть, даже психиатрическая помощь понадобится. Может быть, медицинская помощь будет психиатрами послана. Если психиатрическая экспертиза покажет, что девушка профнепригодна, то ей, скорее всего, придется выбрать себе иную профессию. Светлана Белова, Мария Молочникова, Александр Царегородцев. Эфир 24.